Был Грицко, да весь вышел. Где мой первый адъютант? Папандопола? Я здесь, Гриш. Обратись ко мне. Можно. Пан атаман Грицян Таврический. Вольно. Слыхал? Говори, дед. Я хотел спросить у тебя, пан атаман Грицко... Папандопола! Что, Гриш? Обратись еще раз, пусть привыкают. Можно. Пан атаман Грицко Таврический. Что ты сбываешь? Молчать! Сбывает, Гриша. При всей публике такие же стекуляции. Ша, разойдемся красиво. Говори. Я хотел спросить у тебя, пан атаман Грицян... Врический. Молчать. Ага, Врический. Есть ли у тебя, как говорится, какая ни на есть программа? Ну а как же можно без программы? Ну что я вам, бандюга с большой дороги. Я же атаман идейный. И все мои ребята, как один... Стоят за свободную личность. Значит, будут грабить. Погулял я по Таврии, по Молдавии, поглядел на свет Божий и решил утворить нашей волости самостийную державу. И что я тебя такое люблю? Может, ты за советскую власть стоишь? Так мы ее в 2 недели, раз и нема, а может и раньше. Так хоть через 3/4 часа. На морском песочке я Марусю встретил. В розовых чулочках, талия в корсете. Да-да-да-да, да-да-да-да. Эх, в розовых чулочках. Да-да-да-да, да-да-да-да. Эх, талия в корсете. Вдруг патруль облава заштормила море. До свидания, папа, я вернусь вскоре. До свидания, Пава, я вернусь вскоре. Где же ты, Маруся, с кем теперь гуляешь? Одного целуешь, а меня кусаешь. Трым, 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 одного целуешь. Трым, 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 а меня кусаешь. Ты куда? Ой! Погнать! Ты к свиньям, я контужены. Гриша, у меня же нервная система. Ну! Не то раз и вдрызг. Ферштейн? Да, так бы сразу и сказал, а кричать тут не к чему. Считай до 3. Эйн? Убери свою цуколку. Свей? На, сынок, на, носи на здоровье. А они тебе малы. В самый раз. Это я для них большой. Хорошие сапоги. Руки вверх. Власть переменилась. Скидай сапоги. А как же я могу снять сапоги, когда руки вверх? Скидай, говорю, а то убью. Раз. Не убьешь. Ей-богу, убью. 2. А вот не убьешь. Почему? А потому она у меня не заряженная. И правда. Ой, ловкий же ты парень, а? Ты кто ж такой? Яшка. Просто Яшка. Да не просто Яшка, а Яшка-артиллерист. 3-й правый ездовой, разворот налево, батарея к бою,
трубка 15, прицел 120, батарея огонь! Бац, бац! И мимо. Стой! Это твоя физгармонь? Ага. А давить на клавиши умеешь? Ну, а то как же. А ну, изобрази что-нибудь. Смотри, композитор. А ну, сочини для меня что-нибудь такое, чтобы душа сначала развернулась, а потом обратно завернулась. За Одессу, знаешь? А ну, попробуем. В Одессе жил, купался в море я черном, знали на пляже все меня. Куплеты пел, играть умел на гитаре, любовью я играл, шутя. Картина ясная, любовь несчастная, а сердце страстное горит в груди. Картина ясная, Одесса красная, и мне с Одессой той не по пути. Ты же вундеркинд. А что это такое? А черт его знает. Слушай, солдат, и что я в тебя стал сразу такой влюбленный? Все. Будешь сегодня играть на свадьбе. Так поиграть можно. А чья свадьба? Пана Тамана Грициана Таврического. Ух ты. Ты что, может, не слыхал такого? Да не, ну как же не слыхал? Это ж первый атаман на всю Волость. Ну да, вот ему еще только пулеметов подбрось, так вообще никому спасу не будет. Да ты что, ты что? Ты что, думаешь, у нас нет пулеметов? Да у нас их... Подслушивают гады. А ну! Слушай, ты знаешь, сколько у нас пулеметов? У нас их целых 7 штук. Да что ты говоришь? Да я же сам пулеметчик. А чинить умеешь? Ну, смотря что. 3 штуки – ничего. А вот другие 3 штуки. Один заедает. Другой, как сумасшедший, подпрыгивает. А третий гад у своих пуляет. Ну. А седьмой я по секрету от пана атамана выменял на эти вот штанишки. Ты гляди, ну красота какая, а! Свадьба сегодня вечером здесь. Будешь давать жизни. Только смотри, не подведи. А то я тебе оторву голову и скажу, что так и было. Слушай, что я в тебя такой влюбленный? Что это на тебе? А? Лапсердак? Это лапсердак от спиджа. Дай на мэрию. Да ручек. Ну, поноси его, дай другому поносить. Ой, хорошо. Он же как по мне. Я из пана Таман, согласно приказу, имею на свадьбу феноменальную музыку в лице данного вундеркинда. Нажми на клавиши, продай товар. Композитор, а? Ну-ка, давай попляшем, ну-ка, пошире круг, ну-ка, покажем вашим, ну-ка, стучи. Мандобала! Что говоришь? Опускать! А ну, показывай карманчики. Ты что делаешь? Ты композитор? Ты... Ой! Гриша! Гриша! Он же бьется, Гриша! За вашего атамана Грициана Таврического! За нашу победу! А Бандопола! Вина! Час свидания настал, вся в огне я горю.
И тебе, милый мой, о любви говорю, ну ласкай же меня. Будь смелее со мной. Черт с тобой, черт с тобой, черт с тобой. Я смотрю на тебя, ты неловкий какой. Ты лишь смотришь мне в очи с мольбой и тоской. Все равно, милый друг, останься со мной. Так и быть, черт с тобой, черт с тобой. Слушай, так что, настоящий? Серебро. А? Продай, а? Да ты что? Я тебе дам 100 миллионов. А, старая Катерина. Да ты что, действительные, вот подпись и печать. Министр финансов и адъютант Папандопола из Одессы. На тебе 100 миллионов. Слушай, возьми все, я себе еще нарисую. Не продам, отстань. На одно сомнение ответ. Ты наблюдал, как-то врангелевская морда била меня в морду? Если бы врангелевская... Да, но мне морду. Гриша! И скажу, что так и было. Отдавай, спинсак! Ты что делаешь? Грабитель, разбойник! Свои грабишь, гадский папа. На посту стоишь, бандюга! Вот, ваша... Светана! Не подходи! Бьем бомбы! Что-то, это же я, Папандопула. Слушай, что-то мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера. А кем ты был в мирное время? Я имел много специальностей, за что и состоял на особом учете в Одесском уголовном розыске. А кем ты был в мирное время? А я служил в полиции. Не будь! Мы своих не трогаем. А ну! Ручки! А ну, топай ножками! Ну! Ты говоришь, бьем бомбы? Это ж мой гардеробчик! Ах ты разбойник, ах ты бандит, это же все мое! Все твое, а я не люди! Убери ножичек! Заколю! Убери ножичек, сделаешь дырку, потом не запломбируешь! Ну! Давай по-честному, пополам! А ты не обманешь? Ты ж меня знаешь! Так, это тебе, это мне, это опять тебе, это обратно тебе, это все время тебе. Ой! Что ты хапаешь, что ты хапаешь? Не, я такой фасон не ношу. Так, я себя не обделил? По-честному? Где же ты, Маруся, с кем теперь гуляешь? Мне ты изменила, а его кусаешь.